Приветствую всех на канале Вика Пешвер «Вязание крючком и спицами». Сегодня я представляю вам свое вступительное видео в совместный проект 2.0 в мою пользу. Этот проект для того, чтобы мы могли заранее, а уже осень близится, навязали носочных изделий. В этом проекте можно вязать носочки, пинетки, следочки и что-то, может быть, другое, что надевается на ножки и греет их, украшает их. Этот проект начался 15 августа и завершится 15 октября розыгрышем подарка. Автор этого проекта Наталья Хомякова и ее канал Наталья Хомякова Вязана. Также есть у нас генеральный спонсор нашего совместного проекта. Это интернет-магазин пряжи «Хомяк доволен». Ссылочку я оставлю в инфобоксе. Это группа ВКонтакте. Уже не первый раз я участвую в совместных проектах Натальи. И поэтому буду всегда говорить немного о продолжении своих работ. Сейчас в этом видео я хочу показать не только то, что я вступаю в этот проект, но и уже одну свою готовую работу. Это то, что я сейчас вяжу на видео, розовые пинеточки. В конце вы увидите, какие они у меня получились. Также я беру с собой остатки различные пряжи, которые у меня есть в наличии, и хочу как раз их пристроить в этом проекте, создав интересные полосатые модельки. Но так как это уже не первый мой носочный проект, хочу для себя поставить задачу связать какую-то интересную модель с узором или с узором одноцветным, либо с узором в несколько нитей разного цвета. Вот для меня задача хотя бы одну пару такую связать. Так как я пока больше вяжу деткам, поэтому размеры моих носочков и пинеточек, конечно же, очень малы. И вяжу я медленно и не только участвую не только в этом СП. Поэтому отчеты я буду выкладывать раз в 2 недели, но их можно выкладывать и 1 раз в неделю. К сожалению, видео и звук у меня отличаются, потому что изначально видео для вступления в проект я снимала другое. Но, к сожалению, мой ноутбук сказал прощай, система улетела в далекие дали. Благо, есть запасная техника, которую я осваивала несколько дней, чтобы найти программы, в которых я смогу работать, редактировать видео и звук. И пока вот что у меня получилось. Поэтому не судите строго. Надеюсь, к следующему видео я освою эти программы уже получше. Звук и картинка будет намного лучше. Желаю всем участницам этого совместного проекта творческих идей, воплощения своих хотелочек, ровных петелек и
Удачи, удачи, удачи нам. Увидимся в следующем видео.